Шокирующее убийство в Одессе. Правоохранители нашли тело девушки, которую искали с 16 мая. Как стало известно, в тот день 17-летняя студентка Одесской юридической академии Татьяна Маснюк воспользовалась услугами Яндекс.Такси. Водитель авто, который подвозил девушку, избил ее до смерти, а затем сжег тело. Он уже задержан и показал, где спрятал останки. Среди версий убийства – ограбление. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Впрочем, в полиции сегодня отказались что-либо комментировать на камеру, пообещали рассказать все завтра.